Меня зовут Артур. Я очень рад, что я сюда приехал. Я даже на углях ходил. Это, мне даже нельзя объяснить ситуацию. Чувствуешь, это 1000 градусов, и это не больно было. Потому что Тони настроил меня настолько позитивно, настолько сильно меня настроил, что не только угли, а даже проблемы, которые я имел раньше, то, что они для меня не кажутся такими сильными. То, что я сейчас справлюсь с ними. Я сам внутри сейчас спокоен. То, что он дал мне советы, которые я буду сейчас воспринимать, использовать в ближайшие дни. Спасибо тебе, Тони, спасибо вам.